сейчас уезжаю, я ему звонил, Александр Григорьевич, говорю, приватный разжигали. Вот он подполковник, ремонт идет. Ну, подремень. Мне не надоело время устроить.
естественно, не знает. Это лейка не садится. Может, он ищет, ищет. Да. Я тоже садился. Именно это. А я на режим на это ставлю. Наверное. Он перестает искать. Супер. Я выписал это, думаю, доктор. Поехал? Так, а он меня по фотографии, что ли, узнает? Конечно. Хорошо, ладно, потому что мне уже надо будет по-быстрому, они уже будут, да? Потом получать богатство. Подъезжаем в Екатеринбург, кажется. У нас он головным идет, ты ему сказала? Он первый. Ну, он первый идет. От локомотива. Ну ладно, все, я с чужого звоню. Все. Да о чем говорить? Да, говорит, по фотографии нужно. Да. Субтитры сделал DimaTorzok.
сколько стоим? Сейчас меня не выпускает никто. Не выпускает? Технически. Для стоянки все. Не удалось. Надо было рядом с ней постоять там. И она не открывала даже. 23 минуты. Стоять 23 минуты? Нет, прибывает.